как батька поступил? Он был в Кишиневе, кстати, очень кстати. Что он объяснил? Никаких забот у него нет о том, что Молдова и Украина подписали ассоциацию. Наоборот, он видит большие преимущества для себя, потому что Молдова может быть триггером для белорусского бизнеса, который здесь будет вкладывать, производить и без пошлин туда. И наоборот так. Ну почему же так? Члены того же таможенного союза, один говорит нет, это плохо, это опасно, другой говорит нет, это очень выгодно, очень красиво. Объяснение очень простое, о котором я говорил, отвечая на ваш вопрос. Потому что у России, Россия хочет стать полюсом, и вот под этот полюс подводит идеологию, подводит военную силу, подводит много-много, и мы это понимаем, мы не говорим нет. Теперь соглашение наше об ассоциации – это выравнивание ситуации. Потому что мы говорим, если у нас есть свободная торговля в СНГ, почему мы не можем иметь свободную торговлю с Европейским Союзом?